Специалистов по эксплуатации и ремонту авиатехники планируют готовить в Приморье. Работу собираются проводить по образовательной программе «Конструкция, технология эксплуатации и ремонта авиационной техники» на базе Дальневосточного федерального университета. Потребность в выпускниках заявленной программы очень высокая. Если говорить о специалистах в эксплуатации и обслуживании авиационной техники, необходимо минимум 70 человек в год. Если о ремонте агрегатов и комплектующих, рабочие места готовы предложить 50 сотрудникам, комментируют представители отрасли. Благодаря стратегическому положению университета во Владивостоке здесь можно организовать подготовку и развитие авиационных кадров для всего Дальнего Востока. Это уже жизненная необходимость. Мы сохранили авиастроительный колледж в Арсеньеве. И сейчас компания «Аэрофлот Техникс», которая занимается обслуживанием всех воздушных судов, прибыла сюда с тем, чтобы создать систему уже подготовки, обучения, получения специальности и работы непосредственно в нашем аэропорту города Владивостока, который объединяет многие авиационные компании. Компания обладает высокой компетенцией. Ей доверяют и международные непосредственно авиакомпании. И самое главное, что это уровень подготовки будет соответствовать сертификации по международным правилам. Здесь стоит задача сейчас создать условия, при которых и непосредственно в ДВФУ будет создано, там есть уже авиационный учебный центр, и получение этой специальности базовое обучение, может быть, с последующим дообучением в Московском авиационном институте или приглашение специалистов сюда. Этот вопрос сейчас рассматривается. И, конечно, наши колледжи, они у нас очень уверенно шагают по системе профессионалитета, по системе демонстрационных экзаменов. Вот, это подготовка среднетехнических специалистов. То же самое включится в этот процесс и будут готовить уже техников. Университет будет готовить инженеров. Поэтому считаю, что это очень хороший такой шаг в подготовке специалистов, которые будут работать здесь у нас на территории.